Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэм. Видеообзор стойки для кресла в лодку ПВХ. Это сама вот эта вот конструкция, как и обещали, сделали обзор вместе с креслом. Кресло также можно у нас приобрести на сайте. Вот, вот такая стойка, регулируются ножки по высоте, устанавливается на электрод вашей лодки, можно передвинуть вперед-назад. При необходимости кресло можно убрать немного, чтобы помешало разобраться в лодке. Вот. Кресло с упором на баллон стало намного устойчивее, чем на банке, немножко повыше, что намного удобнее и комфортнее позволяет вам располагаться в лодке. Вот. Кресло, данное кресло крепится на стойку у нас при полу, как и на банку, двумя зажимными планками. Понравилась стойка, можете заказать у нас на сайте. Кресло также можно найти у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте. Следующее видео будет уже, постараемся выехать на воду и непосредственно на воде уже протестить данную стойку и данное кресло. Всем пока, рекомендую.